Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Математика, 5 класс. Автор Мерзляк. Задание 180. Поезд отправляется от станции А в 9 часов 57 минут и прибывает на станцию через 2 часа 36 минут. В котором часу поезд прибывает на станцию Б? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны к 9 часам 57 минутам, это время, когда поезд отправляется от станции А, добавить время, которое поезд был в пути. И таким образом мы узнаем, в котором часу поезд прибывает на станцию Б. Как нам выполнить сложение? 9 часов 57 минут – это 9 часов плюс 57 минут. А 2 часа 36 минут – это 2 часа плюс 36 минут. Таким образом, у нас получилось 4 слагаемых. Но мы не можем часы с минутами складывать. Мы можем часы с часами складывать. Тогда мы воспользуемся переместительным свойством сложения и переставим слагаемые так, чтобы сложить часы с часами 9 часов плюс 2 часа. Возьмем в скобочки. А отдельно сложить минуты с минутами. 57 минут плюс 36 минут. Так, 9 плюс 2 – 11. 11 часов плюс. Теперь складываем минуты. Ну, можно выполнить сложение на черновике. 57 плюс 36. 7 плюс 6 – 13. 3 пишем 1 двумя. 5 плюс 3 – 8 и 1 – 9. 93 минуты. Это сумма во второй скобке. Так мы не можем оставить результат, потому что 93 минуты – это больше часа. 1 час – это 60 минут. Так, 11 часов записываем без изменений, а 93 минуты можем записать, что это 60 минут плюс 33 минуты. Так, теперь 11 часов плюс 60 минут – это 1 час. 33 минуты записываем без изменения. Вот теперь мы опять можем часы сложить. 11 плюс 1 – 12 часов и 33 минуты. Ну, здесь уже мы сложение можем опустить. И вот это время, в которое прибывает поезд на станцию Б. Ну и запишем ответ. На станцию Б поезд прибудет в 12 часов 33 минуты. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.